На родину Канта в поисках и обратно. С начала лета кировчане смогут прямым рейсом летать в Калининград. Вылеты по средам и субботам, а обратные рейсы назначены на вторник и субботы. Полет будет длиться около 3 часов, а стоимость билетов от 8 тысяч рублей. Между тем, наш корреспондент Илья Кошкин узнал у жителей города, каких еще прямых рейсов им не хватает из Кирова. Я думаю, что в Таиланд. Ну, я там был один раз, только не был на Пхукете. Ну, не знаю, отдых простой. Там то, что и по стоимости нормально, не так дорого. До Москвы надоело кататься, да, каждый раз? Ну, нет, понятно, что проще, когда из Кирова прямая у нас. Прямой рейс сразу, куда надо, в любую страну. Питер. Был там пару раз. А что больше всего понравилось в Питере? Фонтан. В фонтане купались? Нет. Куда-то еще хотите в Питере сходить? Нет. Только на фонтан? Да. Я бы в Германию слетал. Баварию, Мюнхен. Мне атмосфера там нравится. Куда-нибудь в Крым. Я еще не была там. Хочется просто посмотреть Крым? Да, наверное. На работу сейчас. Вот туда, на работу? Поехали бы в аэропорт и полетели бы на работу? Да, именно так. А если в страну в какую-то, в другую, куда бы? Норвегию. Что в Норвегии нравится? Да все, природа. Мы боимся перелетов. Самолеты – это не наш вид транспорта. Вы бы на поезде поехали? Скорее всего, да. В Казань бы съездили здесь рядышком, в Крым бы съездили. Мы еще не видели всех мест в России, поэтому мы бы, скорее всего, поехали по местным своим достопримечательностям. На море, в Крым. Лежали бы на пляже целыми днями? Да, с двумя детьми целыми днями на пляже. На Бали. Я там не была, но прямым рейсом. А как вы думаете, что вот вам там понравится? Природа, тепло, море. В океане купаться будете? Да. Ну, в ближайших планах это Калининград, конечно, летом. Вы знаете, что рейсы открыли? Да, с летом. Мне все города в нашей стране нравятся, поэтому я везде готова слетать, куда будут летать прямые рейсы.